Девчонки, всем добрый день. Кто-то спрашивал, как проходить гик-тест. Набирайте в компьютере гик-тест, так и называется. Значит, там заполняете, выбираете вашу область. Там даже СНИЛС надо заполнить, где вы проживаете, адрес. Ну, короче, вот такие дела. И все, и там вам выходит 25 вопросов в течение часа, вам надо их пройти. Но это легко. Если какие-то вопросы не знаете, то набирайте в поиск в компьютере, и вам выдают, ну, как бы правильные ответы. Вот. Вот так он выглядит, гик-тест. Девчонки, недорассказала вам про гик-тест. Ладно, мой магазин закрыли, я такси уже вызвала. Смотрите, у нас какие сугробы. Утром шла, не было такого снега. Так, это не мой там такси едет. Прикиньте, прям скрипит. Машину аж заносит, прикиньте. Блин, перчатки есть, руки мерзнут. Не пойму, катается. Девчонки, вот и я. Я уже дома, все приехала нормально. Пашка тут фруктов понакупила. Сейчас. И винограду купила. Что-то хурму не достал с мешка. Кстати, в магните хурма по 89. Мне кажется, надо ее в тепло положить, чтобы она быстрее, как сказать, это мягче стала. Так, вот такие яблоки по 79. Я думаю, что вкусные. Эти по 125. Таффи или как он? А вот он, что мне яблоки купил. О, ненадолго хватит. Огурцы, там еще что-то, помидоры, и водичка, и пиво, короче, взял. Сделал он все-таки салат. Там сейчас я это отдельно. Салат. Ой, блин. Нифига себе. Короче, я вчера перепутала. Не столичный, а типа зимнего. Сейчас я в тарелочку. Так вот это. Чисто, кстати, помытая. Так, девчонки, я с вами тут. Я еще лекарство купила сейчас. Так захотелось этого салата. Короче, я ему говорю, зеленого горошка купи две банки. Колбасу порезал, яйца отварил, десяток порезал. Немножко картошки отварил и морковки. Морковка у меня была домашняя еще с этого, с огорода. Так, майонез еще купил. Того-того тоже денег, короче, уйма уходит. Вроде ничего такого. Пиво себе взял. У него сегодня неприятность. Сейчас скажу. Он ждал обычно зарплату. Им выдают. Но это же частники, блин, такая контора. Ну, обычно там до 12, ну, даже когда там, ладно, в час дня выдавали зарплату. Вот. И почему-то я не знаю, у них зарплата зависит от того, как арендаторы сдают деньги. И то ли сегодня кто-то не сдал деньги, ему, короче, он уже, ну, типа в обед позвони за зарплатой. В обед звонит, тишина.
В 2 часа тишина, в 3 часа тишина. Ну, короче, капец, он говорит, блин, типа это... Что за фигня, говорит, последнюю смену я работаю, и все, если мне, говорит, деньги отдадут, я, говорит, нахер не выйду. Вот. Не, ну, в смысле, там он бы забрал свои деньги, там, другим только способом. Там вот эта баба, которая не вышла, там, я не знаю, чем бы... Ладно, неважно. И это... У меня это как бы лежало в заначке. Я ему говорю, ладно, возьми. Я говорю, заодно лекарство купишь, то все. А пошел, купил. К вечеру, часов 5, наверное, звонит. Ну, типа, хотя бы эта часть забери. Вот, ну, пошел, забрал. Ну, сказал, говорит, я, говорит, смену отработаю. В течение 2 дней мне давайте это, денежки-то отдайте. Да, я говорю, господи, успокойся, отдадут. Отдадут. Я говорю, ты же их просто так не оставишь. Блин, так захотел салат вообще. Давно не ел салат. Ну, вот, кроме помидор, огурцов, что-то такие салаты мы давно не делали. Мои таблетки Тилмиска оказались дешевле в этот раз. Даже 1200 нету там, без копеек. На 3 месяца. Я беру с аж 12,5. Так быстро 3 месяца проходит. Кажется, вот, заказывал, купил. Дальше. Ой, про какую мы-то работу говорили тут? Она тут немножко по-другому называется. Так, не пижма, не пихта, как... Мне еще Лариса написала, Лена, ты что, типа, взрослая женщина, веришь в сказки? А там это же мне покупательница тоже написала, что от кисты. Ну, блин, я верю, я хочу верить. Я всегда такие, ну, вещи верю, не знаю. Если человеку помогло, понятно, может быть, какие-то моменты индивидуально. Как она, бурая матка, или как она называется, забыла. А, прочитал тут, боровая матка, а так вот по-другому у нас называется. Какая-то артилия однобокая. Побеги артилии и в скобочках боровая матка. Так, что тут? Ну, короче, в интернете я прочитала, что вот оно именно вот по-женски, чуть ли не от всего. Ну, вот так вот выглядит. Вот так. Если не наврали, то, может, какие-нибудь листья соберут. Может такое быть или нет? Ну, короче, настаивать месяц. Не знаю, я попробую, девчонки, я попробую. Тут ничего такого нету. Это трава. Главное верить в лучшее. Ой, все хорошо. Так, чего я сегодня начала? Гик-тест, так я вам рассказала, показала. Выбираете свой... сейчас... 5 сек. Выбираете, вот у нас Кемеровская область, там адрес вводите, то все. И смотрите, вот я на компьютере сегодня прошла этот тест, 25 вопросов. И там пишется, где вы можете получить вот эту... Ну, сейчас же всякие типа марочки-то наклеивают, цветные, голограмму, вот. Голограмму. У нас на Обнорского 72 или 76, что такое... Но и там же на месте надо заплатить за этот гик-тест. По рублей 500 или 550. Угу. Но почему-то наше предприятие сейчас за эту фигню не возвращает деньги.
А раньше вот мы ходили на слушание, когда нас записывали, то есть приносишь эту бумагу, все, тебя вносят в список, там ты договариваешься, в какой день и в какие часы, там же тоже как-то через 2 или 3 часа. Ну, вот эти слушания. И все. Тебе потом ставят. Или ты платишь деньги, что-то не помню. И потом приносишь чек, тебе деньги возвращают. А сейчас говорит, нет, нифига почему-то. Ну и все. Значит, я выбрала филиал, прошла тест. По-моему, там, я не знаю, сколько-то ошибок допускается, то ли 3. У меня 2 ошибки было. Ну, пофигу. Типа сдала. Ну все, там есть распечатать эту бумагу. И все, и потом не надо. А там прям написано. Числа до 10 или 11 декабря мне надо съездить, оплатить и получить голограмму. Все, тогда я на работе ее сдаю вместе с медкнижкой. Я на следующей неделе поеду. Так, что еще хотела сказать? Все, наверное, да? Я говорила, что народ дофига. Сейчас же день ментов. 10 ноября. День ментов. Милиции. Всех с праздником поздравляю. Меня раньше папа в милиции был, и сестра его, и племянница в ментовке. Вкусный салат. Прям офигенный. А я вчера столичный, 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 столичный. Так открываю, как его готовить, а там что-то у всех по-разному. И горчица мел соленый, что-то еще. Я говорю, нет, что-то не то. Не над зеленым горошком. А вот потом открыла, типа, зимний, он почему-то еще как оливье его. Но он правда чем-то похож. Вкуснятина. Анютка тоже с собой возьмет эти. Салат возьмет. Еще что-нибудь возьмет. Такие дела. Просто обалденно. Хорошо он сготовил днем. Вот я бы вечером точно ничего не делала. А что, я не знаю. Я говорю, там же у нас и мясо есть. Потому что мясо последнее доели. Ну, я имею в виду, что было изготовлено. Посмотрю. Одни фрукты и пол кастрюли салата. Он говорит, нет, сегодня, говорит, с мясом ничего не буду готовить.
Я говорю, буду салат. Вкусно. Он еще вот картошку добавил. Я говорю, ну добавь еще картошки. И все равно какую-то сытость добавляется. Вот я даже без хлеба ем. И вообще нормально. Ладно, мои хорошие, на этом и заканчиваю. Все, спасибо, что со мной. Лайки, комментарии. Все. До завтра. Завтра мне один день отработать. Все, 3 выходных.